в синий угол клетки приглашается боец из Екатеринбурга. На его счету одна победа, ни одного поражения и ни одной ничьей. Дамы и господа, Аламаз Мамасабиров! В красном углу клетки спортсмен из Тюмени. На его счету также одна победа, ни одного поражения и ни одной ничьей. Леди и джентльмены, Рашат Галайчиев! Почему так тихо, Тюмень? Бойцы, вы знаете правила, соблюдайте их в течение всего поединка, внимательно слушайте мои команды. Пожали руки по углам. Первый раунд бой. Дамы и господа, на 40-й секунде первого раунда в этом бою победу одержал Рашат Галайчиев из Тюмени.